Вопрос зловония от агрохолдинга «Юрма» этим летом особенно волновал жителей столицы Чувашии. Решить проблему неприятного запаха такую задачу поставили перед руководством птицефабрики. В августе на совещании в Министерстве сельского хозяйства республики директор агрохолдинга презентовал проект завода по переработке куриного помета мощностью 400 тонн в сутки. Стоимость проекта 270 миллионов рублей. Срок реализации 2018-2020 годы. На совещании Владимир Ермолаев обещал в ближайшее время представить дорожную карту реализации проекта. Сейчас предприятие проводит инженерные изыскания и проектно-изыскательские работы для начала реализации проекта. Для того, чтобы нам решить проблему, пока не завершится строительство завода, предприятие уже в настоящее время представило нам информацию, что в чистом виде куриный помет на поля не вывозится. Он проходит сначала первичную комплексную переработку его в удобрение путем обработки специальными реактивами. А для того, чтобы не было запаха непосредственно в производственных цехах предприятия, помет обрабатывается специальными реагентами для того, чтобы этот запах устранить. Поэтому я надеюсь, что эту проблему наши жители больше не увидят. В сентябре управление Россельхознадзора выезжало на проверку полей агрохолдинга «Юрма» повторно. Проверка показала, поле перепаханное и необработанного помета, как раньше, там нет.